Ну а в Анапе стартовал 4-й тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Соревнования будут проходить 2 дня. Команда Дагестана в группе А сыграет поочередно с красноярскими командами «Красный Яр» и «Енисей». В другой группе сильнейших выявляют «Дружины», «Краснодарская Кубань», «Иргуть» из Подмосковья, «ЦОП Москомспорта» и «Ростов ДГТУ». Пока по результатам 3 туров «Горянки» по рейтингу расположились на 5-м месте. Также напомним, что команды начали 4-й тур в одинаковом положении, так как очки, набранные в 3 турах, далее в зачет не пойдут.